все под силу молодым. Работа у них так и кипит. За короткое время расчистили дорожки, привели в нормальное состояние двор и двинулись дальше, не забывая по ходу и о переулке. Как признаются тимуровцы от БРСМ, оставаться равнодушными в такой ситуации невозможно. Пожилому человеку расчистить участок в одиночку непросто. Причины очевидны. Молодежь, прекрасно понимая ситуацию, пришла на помощь, что немаловажно, с большим энтузиазмом. В дни снегопада и уже после циклонических проявлений они, четко наметив маршрут, осуществляли уборку дворов и переулков. В городском комитете Союза молодежи открыта горячая линия, где можно сообщить о одиноко проживающих пожилых людях, которым нужна помощь в уборке снега. Молодежь готова ежедневно выезжать к этим людям и помогать им выбирать придворовую территорию. Мы узнали через совет ветеранов адреса пенсионеров, которым необходима такая помощь, которым некому помочь. Молодежь с удовольствием откликнулась на этот зов и в течение буквально получаса несложно убрать двор. Ну а старики, в свою очередь, очень довольны. Волонтеры БРСМ разделились на группы, таким образом охватив большее количество пенсионеров, живущих в разных уголках города. На счету этих активистов уже 5 адресов, что весьма неплохо. Работали ребята с самого утра. Очистив от снега участки на одной улице, отправились дальше, ведь дело не ждет. Сказать, что труд этот легкий, не скажешь, однако, когда видишь счастливые лица благодарных хозяев, на душе становится легко, и работа не в тягость. Живу одна. Пожилая женщина, 80 лет. Хорошо, что приехали, помогли. Большое вам спасибо. Здоровья вам. Всех земных благ. Спасибо большое, деточки, что вы меня не забыли, что вы меня еще вспоминаете, что я еще живу. Я еще хочу жить, раз про меня заботятся. Сколько еще будет снегопадов и метелиц в нашем городе, известно лишь капризной погоде. Но то, что ситуацию местные власти будут держать под контролем, очевидно. Такую задачу мэр областного центра Александр Рогачук поставил всем руководителям соответствующих служб. Но и нам, брещанам, неплохо было бы взять лопаты и метлы и выйти на уборку территорий у своих домов. С одной стороны, вклад в общее дело, с другой – несомненная польза для здоровья. Наша задача, чтобы убрать снег около себя – стало для брещан правилом хорошего тона. Да? Всегда брещане отличались особым отношением к своему подворью, к своему подъезду. И мне хотелось бы, чтобы вот город Брест показал здесь хороший такой позитивный пример участия самих людей в этом процессе. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».